Белорусский художник-самоучка Серж Фирингер придумал революционную технику живописи, так называемый метод 10 кистей. Что это означает? К каждому пальцу обеих рук прикрепляется кисть, и вот так на холст и наносится краска. По словам автора, при такой технике мозг художника работает совершенно в другом режиме. Главная его особенность заключается в том, что активизируются нейронные связи, а это значительно расширяет творческие возможности и, прежде всего, воображение.